Для жителей микрорайона мебельной фабрики такая встреча в территориальном общественном совете особенная. Не только поделиться своим кулинарным мастерством, но и уделить внимание нуждающимся – главная задача всех собравшихся. Главный атрибут встречи – варенье. В каждом доме варенье есть. И не одно. А на сегодня настолько многообразие можно это все сделать. Заинтересовались этим и решили мы его назвать просто-напросто. Может быть, детское название – День варенья, но который имеет глубокий смысл. Для всех желающих подарить свои сладкие шедевры одиноким пенсионерам здесь установлена специальная корзина под названием «Лекарство от одиночества». Жители микрорайона, которые не имеют своих садов и огородов, могут также прийти сюда и получить баночку сладкого лакомства в подарок. Нина Горина – активист ТОСа. Принять участие в Дне варенья решила сразу же. Она любит экспериментировать, и в ее кулинарной копилке множество видов варенья с необычными ингредиентами. Из красной рябины? Кабачковые, малина с топинамбуром и айва японская. Я люблю разные варенья и люблю дарить их. В ТОСе представлена целая выставка варенья, коллекция трав и заварочных чайников. Все экспонаты, даже старинные полотенца и самовар, принесли сюда сами жители. Дегустация варенья за дружеским столом, чаепитие, а также конкурсная программа и концерт с участием творческих коллективов микрорайона в программе встречи. Сегодня это гости, не без чинов, без званий, без всего. Это здесь наши гости, это уважаемые, мудрые люди. Потому что действительно ведь много одинокими остались. Одинокие не в плане одиночества, одинокими в том, что нет предприятия, нет организации. А вы видите, здесь все есть. И предприятие, и организация – это то.